Улица Раздольная находилась под водой неделю. Лодка была одним из основных транспортных средств для перемещения по местности. Во время потопа воду откачивали 15 единиц техники. Натиск стихии едва выдержала дамба, которую уже подлатали. 10 кубометров песка в мешках израсходовано на укрепление плотины. В работе задействовано более 30 сотрудников МЧС. Ливневые дожди в любой момент могут спровоцировать подъем уровня реки, поэтому ремонт дамбы сейчас очень кстати. На Раздольной провели очистку и промывку придомовых территорий. Потоком воды удалили весь мусор, который оставило после себя наводнение. Задачу выполнили 2 пожарные машины и 8 специалистов. На данный момент проводим смыв нанесенного ила, который нанесло последствия подтопления. Возможно, очистку и промывку территорий придется проводить повторно, ведь Уссурийск ожидает очередной тайфун, последствия которого пока неизвестны. Напоминаем, телефон оперативного штаба ПЧС 38 45 46. Илья Аманатов, Сергей Флоренцев, Игорь Антонов, Телемикс.